центре города планируют открыть библиотеку с читальным залом, где разместят уникальные печатные издания Севастопольского военно-исторического музея-заповедника, которые пока недоступны читателям. Руководство музея рассматривает несколько вариантов аренды помещения – частного или находящегося в госсобственности. Но это будет новое общественное пространство, интересное, потому что материалы в музее действительно они сильно тематические, они, конечно, связаны с историей города, они связаны с историей тех событий, которые освещает в основном музей. Это две обороны. Но, тем не менее, это уникальные книги, большое количество газетных подшивок. Место для будущей библиотеки определят в начале нового года, а откроют к весне. В арендованном помещении проведут ремонт и закупят мебель. Финансировать открытие учреждения планируют на средства гранта и фонда развития музея. Вот коллеги, которые работают в художественном отделе, они, например, буквально за полдня нарисовали, ну, не в специальных программах, архикад и так далее. То есть, видите, как бы люди, очевидно, имеют инженерное образование, архитектурное. Они предложили несколько вариантов планировки этой небольшой библиотеки. Она там предполагается чуть больше 200 метров. Разные варианты.